Рустем Яхин, автор государственного гимна Татарстана. Музыкой стал заниматься с 13 лет, окончил в сокращенный срок за 3,5 года Казанскую детскую музыкальную школу. По совету педагогов переехал в Москву, где учился в музыкальном училище при Московской консерватории. Учебу прервала война. В 1942 году был призван в ряды Красной армии. Во время войны служил стрелком в зенитной дивизии, затем в ансамбле песни и пляски Московского фронта ПВО, пианистом-аккомпаниатором. Продолжил учебу в Московской консерватории, после чего вернулся в Казань и в 1950-52 годах преподавал в Казанской консерватории. У рояля заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор Рустем Яхин. Известен как первый татарский пианист-солист, активно занимавшийся концертно-исполнительской деятельностью. В течение всей деятельности многократно выезжал с концертами в гастрольные поездки как композитор и пианист с исполнением собственных произведений по городам Советского Союза. Он достиг профессионального совершенства как пианист и как композитор.